Всем приветики. Пришла ко мне такая вот посылочка. Я ее, наверное, ждал больше, чем всех остальных. Потому что это камера. Она пришла в обычном пакете, простом, почтовом, без пупырки. Но зато внутри была вот такая вот пупырочка. В несколько слоев. Тут раз слой, два слоя, и он даже третий. И обклеена она скотчем, чтобы не открылась. Так, как это ее открыть? Так, я это сделаю без записи. Все, разрезал я скотч. Получается, так она открывается. А внутри камера. Причем внутри она даже в такой этой целлофаном, в целлофане, который закрыт. Это круто. Есть какая-то что? Какой-то типа серийник, но он на китайском. Ну и все, просто упаковочка. Кстати, круто то, что оно в таком целлофане прям чувствуется, что новая вещь. И мы его тоже откроем сейчас. Ну вот и все, я надрезал с трех сторон. И ну как же это приятно, когда прямо с такого целлофанчика достаешь, сразу понимаешь, что... А вещи позаботились, что она реально новая, хорошая, качественная, она вроде как UE 1080p Home Camera AI+, искусственный интеллект плюс. Вот так она типа должна выглядеть. Поддерживает 1080p HD, большой обзор, угол обзора, ночное видение. Даже аудио есть, наблюдение, что? Baby Detect, плача ребенка. То есть это как домашняя камера, чтобы ты поставил, ушел куда-то и наблюдал, что дома делается. И что-то на английском, что-то App Store. Скачать можно в App Store приложение UE Home App, с помощью которого можно будет наблюдать. Дата 20-й год, 11-20-го. То есть она свеженькая. Вот. UE Home Camera. И дальше здесь Human Detection, детектор человека. В общем, здесь все ее характеристики через Wi-Fi работают. 5 вольт, 1 ампер, USB. Так, здесь что у нас? UE Technologicom. Ну, а тут мы уже все смотрели, да? Так, открываем. Ну, как? Здесь такая штучка под... глазик этот. Дальше что у нас получается идет? Сама вот камера такая лежит. Закрытая. Внутри. Ну, довольно-таки интересненько. Не знаю, может быть, это здесь что-то сдирается, оно может клеиться. Мне кажется, что так оно и есть. Сначала посмотрим, что в коробочке есть, потом будем с камерой разбираться. Все, в коробочке пусто, тут еще есть. Что? Здесь больше ничего нету. Здесь проводочки, даже зарядная есть. UE Cloud. Столько всяких бумаг. Что это? 24 видео записывается. То есть можно... в облако записывать куда-то, да, не на карту облака, и 24 часа, ну, то есть 24/7 постоянно записывать облако, но это, наверное, денег будет стоить, если оно будет постоянно в облако записывать. Ну, потому что облачный, он же не бесплатный, ну, не, облако, оно же не резиновое, там, по-любому, если тебе какой-то дадут гиг бесплатный, то он же быстро заполнится, если оно будет сутки целое записывать. А дальше уже все. Ну, здесь все на английском какие-то. Пробный период. 12 месяцев, 90 дней. Это, наверное, облако или что это такое, я не знаю. Короче, все на английском. Так, здесь что? UE. Thank you for choosing UE. И дальше контакты. Оно клеится, не клеится куда-нибудь? Клеится. То есть это наклеечка. Можно отодрать и куда-то наклеить. И у тебя будет
где-нибудь висеть надпись UI. Да, вот оно клейкое. Можно UI куда-нибудь наклеить. А Cloud можно? А Cloud? Не, нельзя. Cloud не клеится. Да, но я UI понял так, что он наклеится. Потому что он как наклейка такой на ощупь. А это как картонка. Для покупателей из Европы, наверное, да? Что-то такое. И что? Ничего же непонятно, конечно же. Короче, какие-то бумажки, ничего не понятно. Но это, видимо, инструкция. Русский есть? Нет, а только английский. С 1 по 8. Комплект камера кит. Комплект камеры. Сама камера, кабель и зарядка, адаптер и инструкция. Это у нас индикатор световой. Вон он, световой индикатор. Дальше что? Сама камера. Сбоку вставляется где-то флешка. Наверное, куда? Туда, вон в ту дырочку. Вон в то отверстие вставляется камера, скорее всего. Ой, не камера, а флешка. Так. А или оно сзади где? Чё? Резет, кнопка резет. Слот microSD. А, вот он, слот microSD. Да, вот он, microSD. Это с этой стороны. Да, все понял. Так. Здесь с помощью этого QR-кода можно приложение скачивать и добавить камеру. Дальше подключаешь камеру. Там он есть этот для microUSB. Вставляешь и подключаешь в розетку. И тогда он начинает работать и передавать изображение. А дальше ты уже на телефоне можешь следить за тем, что происходит на камере. И, видимо, то есть она всегда работает, следит, а ты, видимо, в нужный момент, зайдя, можешь посмотреть. А если что-то надо, нажать кнопку и записать, наверное. Ну, в общем, надо разбираться. Я пока что только... Тем более здесь все на английском, я ничего не понимаю, я просто предполагаю. Switch Wi-Fi Networks. Что-то ничего не понятно. И видео стоит на microSD. Короче, еще настраивать ее надо будет. Как она будет типа работать, будет ли записывать, не будет. Все такое. Ну, в общем, я пока что ничего не понимаю. Ну, так примерно что-то. Дальше уже не на русском. Собственно, вот оно само крепление. И ты либо ставишь на стол, и она так вот стоит и наблюдает. Либо на шкаф куда-нибудь, либо еще куда-нибудь. Либо можно, по идее, ну, так она может держаться, крепиться. Вот так вот. Она так, собственно, и поставляется. Вот здесь оно, может быть, наверное, приклеивается, мне кажется, может. Или не может. Не, не может. Это просто резинка, просто чтобы она, если будет стоять на чем-то, чтобы оно, типа, ну, было устойчивое, то есть не скользило, чтобы если вот поставить, это вот резинка, оно особо, чтобы... Ну, вот она даже не особо, ну, она не съезжает, а именно начинает падать, потому что, ну, типа, резинка. А я думал, что это типа скотчем. Ну, можно содрать, и будет клеиться. Не клеится. Есть какие-то характеристики написаны. Дальше что? Тут какая-то штучка такая, типа как будто бы. И сама камера, вот она такая маленькая. Please remove перед использованием. Удалите перед использованием. Пожалуйста, удалите перед использованием. То есть удаляем. Закрывала камеру, чтобы камера не поцарапалась. Ну, вот она, камера. Самое интересное, что камера такая маленькая. То есть, где там эта защелка? Если нажать, ее можно даже отсюда достать. Вот и все. Вот она, камера. То есть, можно даже так куда-то поставить. Тогда вообще будет мини-камера. То есть, она... Ну, вот помещу как... На полпальца, так сказать, вот. То есть вообще маленькая камера такая. И сантиметра два там может. То есть куда-то так поставить, все, она такая маленькая. А здесь у нее будет этот индикатор, который, кстати, не очень, если будет наблюдать, сразу заметно.
И даже в ней должен быть микрофон, чтобы ты слышал, что происходит в комнате. И где-то динамичек еще должен, потому что ты, по идее, через нее еще можешь разговаривать. Вот, сюда зарядка, флешка там где-то сбоку вставляется, вот она. Ну и все, и работает. Эта штучка, кстати, такая потяжелее будет даже, чем камера, наверное. Хотя, ну не знаю, может одинаковая, но такая чувствуется. Здесь еще как-то вот эта так штука выглядит, как будто она должна доставаться, но я не знаю, как ее достать. Но по идее, ее можно даже на двухсторонний скотч, то есть сюда прилепить двухсторонний скотч, или просто пластину такой толстый приклеить к стене, например, и она будет так смотреть. Ну а дальше все, надо тестировать. Это просто распаковка, как там она, что там внутри. Это надо уже тестировать, это уже потом. Ну, подключать, разбираться, смотреть, что как, это уже дальше будет тест. Пока что у нас только распаковочка. Вот там даже что-то видно внутри, какие-то штуки просвечиваются. Вот, может даже там датчик движения какой-то есть. Но это уже я не знаю, это надо будет разбираться. Такая вот камера. Хотя, может быть, там эти ночное видение, светодиоды ночного видения, наверное, должны стоять по кругу. А, да, и я еще забыл, что еще в комплекте идет. Еще ж кабеля. Все, кстати, приклеено на какой-то клей. И просто рвется. Это кабель USB-шный обычный. Резиночкой закрытый. На сколько он метров? 1.2 метра где-то. Да, он такой длинный, что где-то на 2 метра примерно. 2 метра. И сам зарядный адаптер. UE Travel Charger, зарядник. Выдает 1 ампер и 5 вольт. Такой простой зарядничек. Маленький. Тоненький, как пальчик такой. Ну да, как пальчик. Такой маленький, тоненький. Вот. Ну а на этом все. Распаковка вот она завершена. Все, что есть. Все здесь. А дальше буду уже разбираться, тестировать. И когда разберусь, тогда потом сниму обзор. Ну а на этом все. Всем покедова.